Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска. Двигатель 3.5 бензин, полный привод, коробка, вариатор. Пробег на автомобиле 144 тысячи километров. Заменю на нем масло в раздаточной коробке и в редукторе заднего моста. Для этого поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль. И что понравилось, это первая Murano, которую я увидел. При пробеге в 144 тысячи сухая раздатка. Нету ни подпотеваний, ничего. Вот у нас сливная пробка. Шестигранник на 10. А вот у нас заливная пробка. Ключик на 12. Я ее начал откручивать. Вот она, я на нее свечу. Удобно откручивать вот таким трещоточным ключом с гибкой головкой. Одевается на нее. Сейчас покажу. Так вот заводим. Все. Оделся, и изгиб позволяет его крутить. Оделся, не на то одел. Вот, оделся, и вот этот изгиб позволяет его крутить. Снимаю пробку. Масло есть, и масло грязное. Откручиваю сливную пробку. Тут как раз похоже, что и не менялось масло. Так, тазик. Здесь в коробке, в раздатке всего 300 грамм масла. И какой большой ежик на раздаточной пробке. На магнитике собрался. Я уже имею опыт. Сейчас масло сольется, и я проверю, нет ли там герметика. А то было как-то у меня герметик. На пробку намазали и протолкнули таким образом, что он внутри отверстие вылез бортиком. Масло до конца все не сливается. И мне сделали перелив. Ну, автомобиль, который был у меня, был перелив масла. Сделал такую приспособку из столистой проволоки. Загнул ее и расплющил в виде ножа, чтобы пройтись по краю. Нет, здесь такого нету. Здесь герметик внутри отсутствует. Беру новое масло, масло оригинальное, ниссановское, номер идет КЕ-907-999-32, если вот видно.
пробочку сейчас по резьбе смажу герметиком. Намазал герметика и закручиваю пробочку на место. Беру такой 150-граммовый шприц, шланг, наливаю в шприц масло и закачиваю его. Шланг попал, и вливаем масло. Сто 50 грамм ушло. Поставил второй шприц и также вливаем. На улице прохладно, масло густое. Все, второй шприц я влил. Так, а что-то сейчас масла нет. 300 или 350 грамм. Добавлю-ка я еще маленечко. Добавил шприц я еще 50 грамм и валю их потихонечку. О! Сейчас масло побежало, теперь нормально. Все, пробочку я смазал. Теперь очень неудобно, но подлазим. Чтобы ее наживить.
наживил и закручиваем. Также одеваем ключ трещоточный. Все. Беру очиститель карбюратора, смываю подтеки, масло. Все это протираем. Все, подтеков масла нет. На этом мы масло в раздатке заменили. Идем, меняем в редукторе. Откручиваем сначала заливную пробку. Вот здесь она через подрамник идет. Отверстие. Шестигранник также на 10. Замечательно. И откручиваем нижнюю сливную. Ну, здесь масло относительно раздатки чистое. А вот на пробке, на магните ежик тоже. Масло слилось, закручиваю пробку. Масло задний мост использую такое же, как и вперед. Я в раздатку заливал КЕ 907 99 932. 1 литра масла хватает и в раздатку, и в задний редуктор. Заливаем, пока не побежит через уровневую пробочку. Ну, она же и заливная.
Все, масло побежало. Пусть немножко излишки вытекут. Излишки масла сбежали. Закручиваю пробку. Смываю очистителем карбюратора подтеки вот эти масла, чтобы у нас здесь чистенько было. И на этом все. Замену масла в раздатке и в редукторе заднего моста я закончил. Всего вам доброго!